Норма выполнения домашней работы для обучающихся 2-3 классов не более 1,5 часов, для обучающихся 4-5 классов это не более 2 часов, 6-8 классы 2,5 часа и 9-11 классы 3,5 часа и не более. При этом при составлении расписаний необходимо планировать, чтобы в один день такие предметы, которые представляют сложность для подготовки, не дублировали друг друга.